Привет. Последних 6 месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции Антарктида-1. 6 недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Thank you.
Алексей, Джек, Гарри, где вы?
Thank you.